Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание к этим работам по книге «Великие музеи мира» Никола ди Пьетро Джерини. Святая Троица. 1400-1410 годы. Дерево темпера 217/89. Никола ди Пьетро Джерини – итальянский мастер периода поздней готики, работавший главным образом в родной Флоренции. Будучи церковным живописцем, он создавал алтарные образы и выработал свой стиль трактовки пространства вертикальной прямоугольной доски. На данной картине Джерини представляет типичный со времен готики образ Троицы в виде крупной фигуры Бога, Отца. Он находится позади и немного выше Иисуса, который распят, и держит в руках оба конца перечника креста. У головы Бога Отца, написанного крупно, помимо круглого нимба, обычного для всех святых, треугольный, исключительно его атрибут, художник изобразил Бога Отца молодым, похожим на Христа. И это выражение определенной теологической концепции. Творец и законодатель тот, о ком говорится в Ветхом Завете, кто предстал Адаму и Еве, Аврааму в жертвоприношении Исаака, Моисею и пророкам в средневековом искусстве вплоть до 15-го столетия является Христом. Это согласуется с евангелистом Иоанном. Вначале было слово. Из доктрины, выраженной в никейском символе веры, Иисуса Христа, которым созданы все вещи. Ну, такое описание к работе «Святая Троица» автора Никола ди Пьетро Джерини около 1410 года. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.